Четвероногие питомцы обрели новый дом. Почти 30 собак принял шереметьевский приют в Химках. Животные прибыли из зеленокумского частного приюта, который теперь закрыт. На его содержание не хватило денег. Мы решили помочь, потому что невозможно вынести, что собаки окажутся на улице. Все собаки с тяжелой судьбой и так, которые живут в приюте и хотя бы имеют какую-то крышу над головой, оказаться им на улице – это вообще несправедливость. Сегодня в шереметьевском приюте обитают почти 3 сотни животных. В их распоряжении теплые помещения и комфортные вольеры во дворе. За питомцами следят волонтеры. Они уверяют, здесь созданы все условия для собак. Лечение, содержание и поиск новых хозяев проходит успешно. Очень много счастливых семей, которые взяли у нас собак, которые нас благодарят, которые приходят, приводят знакомых, приводят друзей, берут этих собак. Мы помогаем своим выпускникам во всем. Большинство животных нашли своих хозяев сразу, как только прибыли в приют. Породистых забрали заводчики. Ксения Брагина, Матвей Шинкаренко, служба новостей.